София избегает из особняка Короленкой, прячется в мотеле мамы. Она не хочет видеть никого, даже Ярослава. В это время Александра с подачи Игоря уговаривает Бориса подменить Короленко документы на получение депозита из Ярославских, Швейцарии. Борис понимает, что для него и для его карьеры это конец, но выполняет просьбу дочери, так как чувствует свою вину. Ярослав понимает, что София для него что-то более серьезное, чем просто подружка по детским играм. Но имеет ли он право на любовь девушки, чей отец погиб по вине его отца?